Добрый день. В очередной раз мы готовим сегодня. Решили приготовить такое замечательное блюдо, которое называется манты. Это блюдо народов Средней Азии и ряда там государств, которое готовится из рубленого мясного фарша в тесте, готовится на пару, очень вкусное. Мы готовимся в мантоварке. Мы это блюдо дома готовим уже порядка 30 лет. Шикарное, вкусное, отличное блюдо. Сейчас мы начнем с того, что будем готовить фарш из мяса, лука. И добавим туда черного перца, кориандра и немножко соли. Приступаем. Нарезаем мясо на фарш, на кусочки, на маленькие, на тоненькие. И потом будем это все делать на такие маленькие кубики. Для того, чтобы мясо было мягкое, его надо резать поперек волокон. Эту тоненькую соломку, которую мы нарезали, начинаем резать вот так на маленькие кусочки. Вот мы мелко порубили мясо. Мы долго с женой спорили перед тем, как делать. Вообще, по правилам, фарш рубится вот так вот, режется ножом, да? Неправильно его делать на мясорубке. Ну, жена иногда делает на мясорубке, получается тоже очень вкусно. Сейчас мы переходим к луку. Режем также лук мелко. Отточили ножик. Так, режем лук. Тоже на меленькие кусочки. Тут главное, чтобы нож был острый. Вот в таком стиле нарезаем. Это только первая половина луковицы. У нас лука много, больше килограмма. Вот дорезали крайний лук. Мы когда перед тем, как высыпать, мы его отдали, чтобы он больше пускал сок. И высыпаем этот лук в фарш. Лук даст очень много сока и будет очень вкусно. Так, перемешиваем. Добавляем буквально немного на кончике чайной ложки вот так вот кориандр. Черный перец. И соль. Ну, соль где-то вот так вот пока с чайную ложечку, потом еще чуть-чуть, потом попробуем, если что добавим.
и тщательно перемешиваем. А сейчас, перед тем, как мы перейдем к изготовлению теста, мы нальем сюда немножко воды, обычной чистой воды, отфильтрованной фильтром обратного осмоса. Начинаем готовить наше тесто. Для этого берем соль, растворяем в воде. Чайную ложку соли. Берем яйцо. Вот у нас мука. Выливаем яйцо в муку. И начинаем потихонечку лить воду. Вот мы предварительно размешали наше тесто. Сейчас добавляем в него столовую ложку оливкового масла и вымешиваем его дальше. Вымешиваем наше тесто, оно уже такое красивенькое. Тесто у нас готово, и вот мы его так накрыли тарелочкой, оно сейчас будет минут 25-30 у нас отдыхать. Фарш накрыли тоже пленкой, и он находится сейчас в холодном месте, ждет своего часа. Сейчас мы взяли, достали вот эти пластины из мантоварки, на них будут непосредственно находиться наши манты. И пока тесто остывает, мы их будем смазывать, чтобы не терять время, подсолнечным маслом. Вот так вот. Ну, тесто мы скатываем в такую колбасочку, да, потом режем на кусочки такие, берем их. Тесто за счет оливкового масла получилось у нас очень пластичное. Делаем из них вот такие блинчики. И потом начинаем их раскатывать. Вот после того, как мы раскатали блин этот, берем наш фарш, накладываем внутрь и начинаем лепить. Лепим вот так. Такие получаются у нас манты. Складываем их на круги или противни мантоварки нашей, так, чтобы не касались друг друга. И предварительно мы смазали эти круги подсолнечным маслом, для того, чтобы они не прилипали и не рвались потом в конце, потому что они будут наполнены бульоном. Вот идет у нас вот таким образом процесс. Вот готовые манты мы выкладываем вот сюда, на эти ярусы. Вот один уже подготовили, сверху кладем следующий. И дальше также точно продолжаем выкладывать следующий. Вот нижняя часть нашей мантоварки. Она довольно старая, она может не очень презентабельный вид иметь. Порядка 30 лет она была подарена
моей жене, ее родственнице. Куплена была в Узбекистане, настоящая. Но она готовит идеальные манты. Поэтому мы ей пользуемся. Значит, тут нижняя часть, это такая кастрюля с водой. Она закипела у нас. И сейчас мы кидаем 2 лавровых листочка. А вот эта верхняя часть, вот она ставится на нижнюю, да, вот и внутри 4 вот таких яруса, на которых уложены манты. Здесь вот такие отверстия для того, чтобы проходил пар. И если обратите внимание, каждый мант у нас слеплен так, что он не запечатан. Вот в Ютубе готовят много там разных рецептов, много видов запечатывания мантов. Ну, многие делают полностью запечатывают. Но у нас сверху мясо открыто частично. Для чего? Для того, чтобы пар проходил внутрь лучше. Теперь мы вот берем этот крайний ярус. Вот если поднять там, их уже всего получается 4, да? Ставим сверху. И ставим сверху на нашу нижнюю часть. Так, ставим верхнюю часть нашей мантоварки вот так вот, на нижнюю часть. Накрываем крышкой. И минут 45, и наши манты должны быть уже готовы. Так, ну вот наши манты готовы, они просто бесподобны. Мы их подаем сейчас на стол. На каждый мы кладем по кусочку масла сверху. Ну, подают их по-разному. Некоторые с разными соусами, да. Я люблю острые блюда. Поэтому ну, масло обязательно. А вообще, вот у нас в этой розеточке вода с уксусом пополам. И я уже в своей тарелке как бы поливаю уксусом. А сверху я люблю посыпать перцем. Либо это чили, либо это черный перец, либо это сухая аджика какая-то. И еще, это блюдо лучше есть ложкой, а не вилкой. Почему? Потому что каждый мант внутри содержит довольно много бульона. И если есть вилкой, бульон вытечет. А ложкой этот бульон надо выпить. Он очень вкусный. Ну, а я как уже сказал,